Невозможно представить лето без греческого салата на столе. Сочетание продуктов, свежести, яркий внешний вид – это залог успеха. А что если переделать блюдо в закуску? Получилось не менее вкусно. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить греческий салат в огурце. Все классические продукты и нужную заправку сохраним, а подачу будем менять. Помимо формочек, из огурца сделаем мелкую нарезку, чтобы ее удобнее было есть. Только предупреждаю, что закуску нужно съедать в ближайшее время, иначе она потечет. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Подготовьте продукты. 2. Огурцы нарежьте, как на фото, а потом освободите от мякоти, оставив ее немного на дне с одной стороны, мякоть нарежьте. 3. Мелко нашинкуйте перец. 4. Также поступите с оливками. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Не забудьте нарезать помидоры и лук. 6. Сделайте заправку, смешав масло с соком, солью и перцем. 7. Все овощи перемешайте с заправкой и сыром. 8. Наполните греческим салатом огурцы. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Огурец 2 штуки, гладкий и длинный. Помидор черри 6 штук. Болгарский перец 0,25 штуки. Оливки 6 штук. Соль по вкусу. Черный молотый перец по вкусу. Сок лимона 0,5 столовые ложки. Репчатый лук 0,25 штуки. Растительное масло 1 столовая ложка или оливковое. Фито 50 грамм. Количество порций 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Заходите в гости.